лягушонка, два черепашонка, один петух, одна курица, три лисы, один медведь, не один медведь, и одна кровь. Они в розыске на вокзале. Поезд «Зверинск Малиновый лес» прибыл на платформу. Отправление через 20 минут. Пассажиры приглашаются на посадку. Здравствуйте, проводница коробка. Вот мой билет. Я еду в Малиновый лес. Здравствуй, медвежонок. У тебя 5-е место. Приятной поездки. Здрасте. Я еду в Малиновый лес. Не подскажете, где мой поезд? Здравствуй, петушок. Так вот же этот поезд едет в Малиновый лес. Отправление через 15 минут. Ой, хорошо-то как. Я еще и бабуле успею позвонить. Так. Ой. Бабулечка, привет! Угадай, где я сейчас? Петушок, ну чего, как я знаю, что ты мне позвонил? Ты что, что на вокзале? А куда ты едешь? К тебе, бабушка, к тебе, в Малиновый лес. А еще я везу тебе подарок, тебе он очень понравится. Ах, петушок, какое же ты счастье, что ты едешь ко мне в лес. Жду тебя с нетерпением. И я испеку тебе твой любимый малиновый пирог. Ой-ой, пока ты то, что с тобой. Я могу вижу и слышу тебя. Ой, ну ничего, бабуля, скоро у тебя появится новый компьютер. Поезда. Здравствуйте, мышки. Поезд отправляется через 10 минут. Поторопитесь, пожалуйста. Хорошо. Мы только попрощаемся и сделаем фотографии на память. Мышки, ты напиши. И фото присылай, но никогда не будет в Малиновом лесу. Я тебе буду каждый день присылать фотографии. Поправка, что там так много малины, что даже раньше, чем малиновый вода. Ха-ха-ха, конечно же неправда. Там из крана течет обычная вода. А малиновое варенье есть, а пончики есть? И варенье есть, и пончики есть. И дальше малиновый суп. Поезд «Зверинск Малиновый лес» отправляется через 5 минут. Пассажиры с билетами, пожалуйста, пройдите на посадку. Так, давайте поскорее сфотографируемся, а то поезд без меня уедет. Yeah.
наконец-то! Еле-еле нашел свой вагон. Меня вообще занесло непонятно куда. Так, сейчас я поставлю свой чемодан. Так. О! Это не мой чемодан! Мой чемодан красный, а этот зеленый. А-а-а! Мой чемодан пропал! Подожди, Петушок, успокойся, вспомни, уже ты где-нибудь его ставил? Да я с ним не расставался, только один раз на землю поставил, когда в телефон играл. А у меня же там компьютер для моей бабушки. Короче, ребята, я когда где-то видела твой красный чемодан, я с моей подружкой при посадке на поезд сделала селфи. Вот здесь на заднем фоне видна голова черепашонка, какое-то колесо и рядом красный чемодан. Это черепашонок украл мой чемодан. Что-то черепашонок украл мой чемодан. Сейчас меня хватит. Я звоню в полицию. Алло, полиция, скорее приезжай в зеленый банк. У петушка пропал красный чемодан. Алло, смелый полицейский, это бесстрашный полицейский, прием! Это смелый полицейский, прием! Поступил вызов, пропал красный чемодан, в желтом вагоне, прием! Вас понял, выполняю, конец связи! Вас приветствует команда АСБ. Я храбрый полицейский. Я смелый полицейский. А я бесстрашный полицейский. Что у вас тут стряслось? Где тут непорядок? Кто тут тебя плохо ведет? Помогите найти мне мой красный чемодан. В нем компьютер для моей бабушки. Вот, у нас есть улика. На этой фотографии голова черепашонка, какое-то колесо и мой красный чемодан. Петушок, сохраняй спокойствие. Мы найдем твой чемодан. Команда АХСБ отправляется к поиске красного чемодана. Красный чемодан может остаться у черепашонка. Бесстрашный полицейский, есть ли у нас еще одни черепашонки в поезде? Моя база данных показывает, что у нас сегодня два черепашонка. Один в желтом вагоне, а другой в синем. Бегом в желтый вагон! Черепашонок, мы ищем красный чемодан. Ты случайно не видел? Какой еще чемодан? Не видел никакого чемодана. У меня с собой только сумка. А колеса у тебя с собой нет? Какого еще колеса? Нет у меня никакого колеса. Хотя я очень мечтаю о стеклиде. Извини за беспокойство. Ты не тот черепашонок, которого мы ищем. Надеемся, что в скором времени у тебя появится новый велосипед. И ты обещаешь о нем полсвета. Команда ХСБ.
фотографии мышек. Вот черепашонок и мой красный чемодан. Теперь все стало понятно. Если это твой чемодан, тогда где мой зеленый? Вот черепашонок, твой чемодан, больше не теряй. Ура, спасибо за эти деньги. Какое же это счастье, что чемодан я нашелся. Тогда я точно смогу пойти с тобой по боксу. А ты, Летуша, будь повнимательней. Не оставляй свои вещи без присмотра. Полицейские, спасибо вам большое, что помогли мне найти мой чемодан. Петушок, это было бы невозможно, если у тебя бы не было таких хороших друзей. Это точно, друзья! Спасибо вам большое за вашу наблюдательность и за вашу отзывчивость. Благодаря всем вам компьютер доедет к моей бабушке. Не могу дождаться, когда мы приедем в малиновый лес. Друзья, а давайте-ка споем, ведь так же ехать веселее. Давайте! Как наши храбрые полицейские черепашки, мышки и коровки сопровождали это путешествие. Это было очень интересно и очень познавательно. И вам большое спасибо. Сейчас, после того, как наши артисты переоденутся, я хочу вас пригласить, скажем так, немножко перекусить вредной еды. Но вкусной. Но вкусной, да. То есть